Nokia 5800. Разбор. Финский ответ iPhone. Так окрестили модель этого телефона еще до того, как она увидела свет. Начинаем разбор. Пластмассовой лопаткой поддеваем пластиковую рамку по всему периметру телефона и снимаем ее. Затем отгибаем сенсорное стекло и дисплей. Далее отверткой Т5 откручиваем два винта, находящихся посередине корпуса телефона. Далее нужно аккуратно подковырнуть лопаткой верхний шлейф, чтобы снять среднюю часть корпуса. Теперь отводим среднюю часть корпуса как страницу в сторону и пластмассовой лопаткой отсоединяем коннектор. Затем предельно аккуратно, поскольку рядом находятся элементы, отвечающие за дисплей, мы отсоединяем шлейф и снимаем сам дисплей. Далее той же лопаткой отсоединяем шлейф сенсорного стекла. Затем, поддев системную плату, мы вынимаем ее из корпуса телефона. Обратите внимание на кнопку блокировки телефона. При съеме системной платы она просто вываливается из корпуса и ее легко потерять. На системной плате находится коннектор для дисплея, коннектор для сенсора, контактная площадка сим-карты, приемник флеш-карты, коннектор верхнего шлейфа, боковые кнопки регулировки громкости, кнопка блокировки аппарата, коннектор нижнего шлейфа, кнопка камеры. С обратной стороны системной платы находится вибромотор, кнопка включения, разъем гарнитуры, разъем для USB-дата кабеля и основная камера. Далее мы снимаем рамку задней части корпуса. Железной лопаткой отщелкиваем ее от задней панели, и она легко снимается. На задней панели находится разъем заряда, два полифонических динамика, а с обратной стороны подсветка на камеру и металлическая вставка. Дальнейшему разбору конструктивных частей Nokia 5800 посвящены иные ролики. Нам остается только показать, как выглядит полностью разобранный аппарат.